Всем привет, ребят. Ну что, давно я вам не заснимал уже битву гильдий. Сегодня у нас вроде более-менее так есть топы. 550. Ну, как бы 550 это уже не показатель, 600 хотелось бы побольше. Не буду я особо заморачиваться, сейчас мы пройдем битву гильдий здесь и пройдем битву гильдий на Китайке. Сразу же две битвы гильдий. У меня тут Фрейя стоит сейчас с рунками новыми борца. Так, ну что там нас сольют? Да, этот слил. Хочу потестировать против Охника. Сейчас я как-то так попробую более удачнее закинуть. Вот, отлично, вытащили. Вот сейчас было бы неплохо, если бы спало. Вот, отлично. Так, нашего ворожая, к сожалению, ушатали. А там Огник и Лазуликс в тотемах. Веселые, в общем, ребята. Ну, с одной стороны, Лазуликс интересный на дефе, с другой стороны, он тоже проходится очень легко. Вот, видите, мои не успели включиться. Давайте другого попробуем, пока не хочу заморачиваться над рунами и прочим. Так, делаем так, раз, два и три. Ворожая очень шатает, к сожалению. Ну, в принципе... Вот посмотрите, как срабатывает новый талантик. Вот Фрейка осталась, плюс ворожая. Ну, блин, не попадает в кулдаун, к сожалению. Сам по себе, как бы, руна интересная. Против, именно против зеленой фракции, то есть против фракции Оракула. Ушатывает. Вот видите, у него там стоит Ресается еще. Ну, в принципе, думаю, должны затащить. Всех слили, да. А, он там с ожива еще. Ожив нацеплял себе девятых. Ну, ладно. Ну, можно, конечно, было бы Лазуликса выпустить. Запросто пройти. Ну, как видите, довольно-таки неплохо получается. С новым талантиком. То есть, дополнительный, скажем так, урон. Плюс... сам по себе, сама по себе руна дает, если не ошибаюсь, самый большой урон на сегодня. Так, Лазуликс опять включил. Ну, тут у этого кучника стоят, конечно. Тут надо еще хорошенько попасть. Ладно, попробуем с другой стороны. Нету у меня тут... Сейчас мега там раз... Мега, скажем, там питомцев. У меня Огник вообще, по-моему, без питомца. Попробуем так вот. Ну, Лугиман неплохо срабатывает. Можно вообще просто налегке Ронина запустить и не париться. Он, кстати, правильно делает, что не ставит Фрейю. Лазуликс тоже, видите, ожив полно. В принципе, самый оптимальный вариант на сегодня это с оживами качать. Успевает Фрейя. Кто там у нас остался? О, ворожай, Лазуликс. Так, ладно, попробуем пока других топов. Потом вернемся к этому.
Делают они эти расты, я не знаю, толку от этих расстановок я вообще, честно говоря, не вижу никакого. Какая раста налегке проходит с Иронином. Так, тут у нас Фрейка есть, отлично. Значит, на Фрейе зависнем. Стрелка минус 0. Ну, сейчас издали, по идее. Блин, ворожай что-то сливается очень быстро, к сожалению. Так, осталось у нас Фрейя. Ну, тут все, тут без вариантов. У него от хилов нету. Хотя, может, не, видите, без вариантов все-таки. Сейчас представьте, огник всех моих ушатает. Тут Фрей один на один огнекрыла должна убить, потому что у нее и ожива есть, и новый талантик. Так, окей. Ну, как-то так, видите, я уже давным-давно вам не заснимал битвы гильдии, потому что, ну, не очень интересно. Битва гильдии своего Альжела. Надеюсь, они когда-то хотя бы что-то изменят. Хоть немножечко, потому что, ну, реально очень скучновато уже. Атака фортов очень редко у нас. Но так вот Лазуликс еще тащит. Ай-яй-яй, моего ворожая, к сожалению, слили. Так, 34%, ну, к сожалению, остался только один Анубис. Так. Что-то мы троих прошли. Сегодня, по идее, у меня будет новый рекорд. Так, этого топа надо убить. Не получается у вас с одной стороны зайти, забегайте с другой. То есть варианты как бы всегда есть. Так, что там ворожей активизировался. А смертушка не дает включиться. Отсюда, конечно, опасно забегать. 33%. Так. 440. Давайте этого попробуем. Это что за расстановка такая? Странная расстановка, конечно же. Наверное, они вдвоем. Не, Фрейя просела. Ой, к сожалению, Фрейя просела. Ну, практически шатали. Ну, попробуем отсюда забежать. Как-то странно, лазу. Смертушки на воробья заагрились. Лазуликс и убить не может, и остановить не может. Как-то странно. Ну давай, добей уже хотя бы кого-то. Сейчас Фрей ушатает, наверное. Ну ничего себе. Жестик, жестик. Так, окей. 5300 за 4. Неплохо.
Поехали дальше. Следующий. Кто у нас следующий будет? Так. По-моему, этот один остался. Лень, короче, питомцев ставить. Давайте попробуем опять же отсюда забежать. Можно было бы и своего лазулю кинуть, но в таком случае опасно то, что я наберу очень много, и смотритель может подслить. Вот это самое опасное. Так, окей, отсюда не заходит. Значит, пробуем с другой стороны. Это раста для Ронина вообще просто подарок, честно говоря. Многие там боятся, говорят, вот Ронинам сложно. Так, ну что, тут мы можем слиться? Да, опасно. Можно, конечно, попробовать. Давайте попробуем ради интереса. Шанс слива минимальный, ребят. Чисто для трешечка. Сейчас запустим полностью всех. Чисто ради интереса посмотреть, что же все-таки будет, если запустить всех вот так вот. Будет шанс слива минимальный? Нет, к сожалению, нет. Ну, там можно было бы, в принципе, солдатиками добить. Так. 6, 5, 9, 5. Вот такой вот здесь у нас результат. Ну, не знаю. Честно скажу, какого-то трешечка надрыва нет. Поехали на китайку. Сразу же на китайке пройдем битву гильдии. Так, что тут у нас сегодня есть? Надеюсь, какие-то топы тоже есть. 50, 60. Что-то тут как-то попечальнее. Так, у нас сегодня веселые гильдии. 500, 500, 500, отлично. 450, 500, 500. Ну, отлично, поехали. 500-очки полупим. Первый готов. Видите, как надо битву гильдии на китайке проходить? Не успел зайти за пару секунд. Любой топ за 12 секунд. Не, больше чуть-чуть. Ну, можно было бы, конечно, минотавром пройти. Так, следующий топ. Вот здесь, кстати, на китайке флешмоб, на русском на этом нету. Не, на русском был, по-моему, на английском то точно не было. Все забили. Так, второй есть. Поехали дальше. Пас битва гильдии называется. Вот так бы всегда, да? Зашел себе любого топа за 2 секунды, ушатал и все. Так, окей. 450 нет. Тут двоих. То же самое. Тут чисто, как видите, 500-ки. Пас БХ за 5 минут, и тут мы тоже имеем 6300, вот так вот. Тут чуть-чуть поменьше из-за силы, из-за противников немножко меньше у нас получилось. Так, что у нас тут? Архидемон говорит. О, начали уже сборы. Я, как обычно, угольную пропустил. В принципе, все, ребят. Вот такая вот битва гильдий. На сегодня у нас битва замков. Не знаю.
Честно говоря, уже нечего. По битве гильдии даже нету интереса снимать, потому что нету ни расстановок топовых. Все проходит с определенными героями. И, не знаю, герои убиваются, потому что прокачки уже свыше того, что даже если там топ прокачает максимальные прокачки, можно пройти другими героями, не задевая там героев. Ну, вариантов очень много. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.